третьем туре чемпионата России хоккейная «Волга» дважды принимала нижегородский «Старт». В первый день ульяновцы, проигрывая со счетом 0-2, переломили ход игры и вырвали победу со счетом 6-3. И это был самый сложный матч с начала чемпионата. «Старт» очень хорошо настроился, это видно было и по вчерашнему матчу, и сегодня. И играли на контратаку, то есть тяжело было взломать такую оборону. Правда, во втором поединке вскрыть насыщенную нижегородскую оборону ульяновцам удалось уже на первой минуте. Петр Захаров реализовал 12-метровый, а к перерыву «Волга» забила еще трижды. Причем все голы были похожи один на другой. Разрезающий пас и выход один на один с вратарем «Старта». Дважды отличился Игорь Ларионов и еще раз Александр Степанов. 4-1 в пользу «Волги». Провалили первый тайм где-то в середину, но тем не менее собрались. И, в принципе, у нас и во втором тайме, как вы сами видели, были неплохие моменты, я бы даже сказал, 100%. И забей мы 1-2 мяча, я думаю, результат был абсолютно другой. Вторая половина игры получилась не столь результативной. Гости при этом настойчиво играли в атаке и реализовали один из угловых. Правда, «Волга» благодаря дальнему точному удару Алексея Бушуева снова оторвалась в счете на 3 гола. После этого в составе «Волги» вышли молодые воспитанники ульяновского хоккея. Игра выровнялась, но итог остался в пользу хозяев – 5-3. В общем-то, «Волга» повезло, заслуженно. Могли мы немножко здесь забить во втором тайме. Не получилось у нас. Победив дважды «Старт», ульяновская «Волга» упрочила лидерство в западной группе чемпионата России. В 6 проведенных матчах у ульяновской дружины 6 побед. Правда, все они одержаны на своем льду в ледовом дворце «Волга Спорт-Арена». Теперь команде предстоит сыграть в менее комфортных условиях на полях соперников. На улице еще не сыграли ни одного матча в этом сезоне, поэтому, конечно, тяжеловато будет. И не знаю, как погода, снег, дождь, что там может быть, все что угодно. Первое выездное испытание для «Волги» состоится в ближайшую пятницу и субботу, 25 и 26 ноября. В Кирове «Волжане» сыграет против местной родины. Михаил Сашанский, Павел Макаров. Новости «Ульяновской правды».